Итак, награждается грамотой за подготовку победителя регионального топа этапа международного конкурса фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2020» Гречишкина Ольга Валентиновна, средняя школа номер 17. Есть кто-нибудь из педагогов? Выйдите, кто передаст Ольге Валентиновне грамоту. Грамотой награждается Травникова Ольга Петровна, школа номер 17. За подготовку победителя регионального этапа грамотой награждается Фокина Галина Викторовна, Бегический центр. Также грамотой награждается Ермакова Светлана Викторовна, Бегический центр. Грамотой награждается Жадушкина Юлия Вячеславовна, Кичевский сельский дом культуры. Кулешова Евгения Владимировна, Бахметьевский центр культуры досуга. Грамотой награждается Еноля Татьяна Даниловна, центр народной культуры и ремесла, город Богородец. Грамотой награждается Корякина Людмила Анатольевна, социальный культурно-спортивный комплекс поселок Товарковский. Грамотой награждается Звягина Марина Викторовна. Давайте сделаем общую фотографию красивую. Спасибо. Ну что ж, а мы переходим к волнующему моменту и оглашаем победителей. В номинации «Фантазия» регионального этапа международного конкурса фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2020» грамотой награждается победитель Рябова Алена. Этих ребят будут отправлены в город Сергиев Посад для участия в международном этапе. Также грамотой победителя в номинации «Творец» награждается Корякин Константин. Грамотой победителя в номинации «Вдохновение» награждается Митяева Светлана Ильинична, Центр народной культуры и ремесла, город Богородец. Грамотой победитель в номинации «Фантазия» награждается Звягина Марина Викторовна. Грамотой победитель в номинации «Творец» награждается Максакова Ольга. Мы подъехали скоро. Грамотой победитель в номинации «Фантазия» награждается Сергеева Виктория, муниципальное образование Бегическое. Победитель в номинации «Творец» награждается Арзуманова Елизавета, муниципальное образование Бегическое. Ну, я думаю, что сюда, наверное, еще раз к нашим победителям мы пригласим Наталью Юрьевну Макосову и сделаем фотографию общую. Эти работы будут отправлены в город Сергиев Посад для участия в международном этапе конкурса. Фотографии на память. Спасибо. Еще принесли две грамоты. Наверное, подошли детишки.
В номинации «Фантазия» за первое место в региональном этапе награждается кукарека Диана.